Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? У вас есть 5 минут на то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. В конце испытания вас ждет награда. Мистер Марс, это правда, что ваш сын пропал? Думаете, ваш сын все еще жив? Думают, это мастер оригами? Полностью исключить нельзя. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. Меня зовут Мэдисон Пейдж, я журналистка. Будем считать это силой привычки. Агент Норман Джейн, ФБР. Что вам известно? Итана Марса глубоко потрясла смерть старшего сына. Винить себя в его гибели. После очередного сеанса я нашел это на полу. Наверное, выпало из кармана. Похоже, мы поймали нашего мастера оригами. Брось всех, кого сможешь, на поиски Итана Марса, чтобы взять его. Только покажется. Это правда? Ты убийца, Итан? Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Итан Марс не виновен. Это точно. Джон!